Самый большой в мире парусник – советский парк «Крузенштерн». Это учебное судно, на котором проходят практику курсанты высших мореходных училищ. В этом году «Крузенштерн» был в числе участников международного смотра учебных парусных судов. Так встречали советский корабль, когда он подходил к причалу норвежской столицы. А после швартовки, казалось, все население Осло решило побывать на этом судне. Курсантам пришлось немало потрудиться, исполняя обязанности экскурсоводов. «Крузенштерн» оказался самым популярным из всех парусников, принимавших участие в смотре «Парус-78».